Всем привет! Это ТикТок ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Я решила на День влюбленных сделать конкурс, который продлится 2 недели до 11 февраля. Будут 3 приза и, естественно, 3 победителя. Все призы – это товары из магазина Fix Price, вы их могли видеть в обзорах. Первый приз – это носочки с оленем, тематический фотоальбом, рамка, объемные наклейки, прозрачные контейнеры и деревянный подсвечник для светодиодной свечи. Второй приз – это гирлянда сердечки, блокнот сердца, косметичка, формочки для шоколада сердца, силиконовые формочки, 2 контейнера и кружка хамелеон. И третий приз – это аромалампа электрическая с подсветкой, пластиковый контейнер, конфетти для дизайна ногтей, набор для дизайна ногтей из 4 предметов, носочки с пингвинами, зеркальный блокнот и сумка-клатч. Можно использовать как косметичку вот с такой интересной кисточкой. Чтобы участвовать в моем конкурсе, нужно будет выполнить 3 условия. Первое условие, ну это как обычно, подписаться на мой канал или быть подписанным уже на мой канал ТикТок ТВ. Второе условие конкурса – сделать репост этого видео в любой из соцсетей. И 3 условие конкурса – оставить комментарий под моим видео конкурса со словами «Я участвую» и прикрепить ссылку на вашу страничку в соцсети с репостом на этот конкурс. Условия несложные, все как обычно. 3 условия должны быть обязательно соблюдены. Если хотите, еще можете подписаться на Инстаграм, на группу ВКонтакте или на мою страничку. Все они называются ТикТок ТВ, очень легко найти. Все ссылки есть внизу в описании под этим видео, в инфобоксе. Также все условия там прописаны. Ну а я, конечно же, желаю каждому из вас или каждой из вас победы, здоровья, удачи, благополучия. Участвуйте и побеждайте. Всем пока и оставайтесь со мной.